Для контента. Да, вот тут попробуй, тут хорошо, будем часов до 3, до 4 вынимать. Едь давай, твой выход. Я вот после газончика. Ну давай, да, понарастай, по дате выпуска пусть, правильно. Сразу, я вот тут посмотрю, как он проедет. Ты его правильно направил, короче. Не, знаешь, тут самое оптимальное. Да я последний раз, да, я помню, мотор под водой был залупазил. В оптимальном маршруте. Как ты там вот. Понял. Проехал. Да, я его надо делать. Потому что там на выходе, у него колесо полностью тоже. Если так прямо. Понял. Опа, опа, а куда вы? Ну, направо и, ой, налево. Ну, за ним едь. Давай. А, подожди, ты не успел уже. Юра едет. Чуть правее попробуй. Пробивает. Блин, свалился. Вода упала сантиметров на 20, на 30. Да, вода упала. Задняя должна быть. Юра, а задняя нет блокировки? Нет, не работает. Да, не включил. Да. Так, ну что, у вас в стоке? В полном стоке. Да. Передок. Отходи, Макс. Тут дерзкий парень. Работает пока передок, но со звуками. Вот так вот. FJ уделал. Ты видишь, Юрик, я же говорю, тут машины. Да, там дальше весело. Левей надо брать. Где там? Левей бери. Левей? Да. Вправо там болото. Крис, давай. Попробуй сначала пешком. О, Андрюха может пешком. Посмотришь, что там, и Макс хочет лупануть по прямой. По прямой? Угу. Так, FJ. На коксе. Ну, недалеко уехал. Смотри, как FJ там сложно. На коксе. Там какое-то рубилово жесткое просто. Там юрец что-то исполняет такое. Андрюха продолжает идти. Отсечка пошла, ты едешь. А кто тут так ехал?
Крис, иди там, где ты прямо хотел, вот посмотри, иди. Да, да, сейчас подсушим. Назад будет легче, да. Тихо, с трудом там идет пешком, там даже я на мегауазе было сложно. Ну уже пусть меня заберет, стой. Подвезете меня на бровары? Я не вижу. Стой, стой, подожди, вправо все, вправо уходим. Вправо, вправо еще. Еще правее, да. Не, только сильно не коксуй, в натяж. Я такой штурман, понимаешь? Нормально, давай вот так едь. Вот так сейчас прямо едь. Да нет, давай отсюда, лучше раньше стартанем. Понимаешь, как всегда на Красной площади, не люблю. Давай, это, давай, понимаешь? Площадь. Куда? Не, подожди, вытрем стекла, ты не видишь дорогу. Ты думаешь, это тебе поможет? Это не я, трус. Там надо, главное, влево не уйди лишнего. Все нормально, стой. Осторожно. Чуть не сломал. Стой, меня выпусти. Меня выпусти. Так. Тут хорошо. Тут хорошо. Меня можно. У меня машина для этого. Так, ну тут Рубилова как-то там. FJ оказался впереди газика. На этом диком коксе. Что, сейчас Леня, потом Нива. Сейчас посмотрим. Так, вот и Нива. Смотри. Чуть не проехал. Не, ну шел хорошо. Не, идет нормально, Нива. Это серьезный внедорожник, тут даже нечего говорить. Стой, стой. Стой, стой, блин, проехал почти по ногам. Смотрите, что творит. Там пилот очень серьезный, конечно. Пятый вырывается вперед. Так, Леня, Леня, Леня. Клиренса и всего хватило. Так, УАЗик почти стоковый. Теперь Макса выход. Так, Макс по прямой. Это вообще не сложно. Точно. Ну, нормально. Доехал. Четко.
Так, все здесь. Водичка чистенькая. Сейчас все будут такие чистые, как я, пока доедем до Гольфброда. Вот я там бы не советовал. Что тут, Леня, есть дорога? Да вроде неплохая. Так, FJ. Еще мы позлее, конечно. Плюс этих шин не закапывается. Юрик раскатывает. И в натяжку заезжает. Офигеть вообще. Почти сейчас заедет. Там чуть-чуть подтянется в крайнем случае. Едь как-то. Ну как-то же FJ тут проехал. Чтобы не обляпать. FJ проехал как-то. Ну там мягко справа очень. Попробуй сильно вправо не брать, а так, между правой и серединой. Только сильно не газуй. Блин, Нива едет вообще. Нива рулит. Там падает. Все, наверное. Блокировку включи! Блокировка не включена. Скажи же, блокировку включил. Поздновато уже. Жестковато тут. Саня, на пузе сиди, ничего не будет. Да, вот тут, видите, левее вообще жесть просто. Газик, который легкий. Минимальный вес, но все равно. И скучно, да, всегда хорошо. Это одно из любимейших наших мест. Меня ж перевезли. Чтоб ты на него не упал, да. А как я? Да, не, потихоньку едь, не, нет. Не, там не сильно твердо. Не коксуй, давай в натяжку попробуем. Давай в натяжку попробуем. Не хочет натяжку. Не хочет натяжку. Хочет на коксе. Йоханый бабай. О. Тут жестко, ты шо? Все, хорош. Все, разматывай лебедку. Куда разматывай? А как я туда дойду? А значит, лебедки нет, да? Фу, как воняет.
Я не допрыгну. Так, там Макс идет. Давай, Рух. Да подожди. Юра, цепляй к себе лебедку нашу. К себе нашу цепляй. Я стою уже, якорь на запах. Так мы за тебя давай подтянемся. Вон Макс там творит чудеса. Пробился. Ниву забыл. Посади меня наверх, Крис. Давай. А тут по крыше можно ходить? Вот. Только по этой ребра. Его быстро подцепили. Дорога была уже раньше, так каждый раз чуть-чуть расширяем. Это Максу уже сложно становится. Там действительно болото, очень мягко там. Я с прошлых раз помню. Отвечаем. Так, надо как-то выйти отсюда. Нива мешала. Сейчас ходом должен выскочить. Давай. Двери не страшно. Закрываю. Так, Макс выехал все-таки, ты видел? Машина сзади какая-то. Да, я знаю. Что за машина? Глеб. А? Глеб. Нива? Глеб. А, Глеб. Ну, ты вправо не выйдешь, надо по FJ ехать. FJ хочет въехать. Сейчас Макс его может подтащит. Как у тебя на мотах грязь. Ты в справочной решил позвонить? Да. Куда дальше ехать? Мне фото делает. Нет. Так, он к Максу прицепился. Виталик, мы на другой ветке с Саней говорим. Я туда и сидел в прошлый раз. На этом городе. Да? На какой машине? На этом. Ты тут был разве? Да. Мы спускались, и вместо того, чтобы резко спуститься, мы потихоньку хотели спуститься, и так далее. И после этого ты теперь все время резко ездишь, да, Алиш? Нет. Да не, ну ты резкий. Я резкий? Очень. Ты очень резкий. О, ясная порвалась веревочка. Да рассказывай, есть, онлайн идет, 152 человека хочет анекдот. А у тебя что, нету, да? У меня говно стар. Стар. Да, у меня 4G показывает. И постоянно раздражаю, спрашивает, оцените нашу связь. Блин, и нету, как вам оценивать. Рассказывай какой-то анекдот польский. Не знаю. Давай Днепропетровский. Тут сиськи я отправлю в группу. А что, ты сюда не можешь, да? Не, а что? Пробуй туда.
А зачем? Я его хочу назад потащить. Его, FJ-ку. Так, Макс говорит, давай влево. Я тоже смотрел на эту траекторию, но не уверен, что мы выйдем там. Выехали. Ну что там сидеть? Да, да. Крис, что сидеть? Я не проеду, не проеду. Что значит моральная проходимость, да? Да, да. Не, я смотрел сюда, но не был уверен, выскочит он или нет. Ну хорошо, я потом подключу, сейчас я в сторону. Помой кат. Лев, пробуй руль сюда. Вот так, во, а теперь... Знаем, как едет. А теперь руль в обратную. Да, 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 сюда. Сейчас Крис выйдет. Ну, уже такая есть запасочка. Есть там как проехать? Ну а? Да, там какая-то полянка. Там же сухо. Некомфортно. Нет, там просто тоже... Мне кажется, у тебя мокрые ноги, Юрец. Да, есть такое, малек. Сейчас покажу вам у людей свой пляж. Домики, тут все на месте. Давай, 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 давай. Этот нашел новый маршрут. Я думаю, он сейчас отсядет. Думаешь? Ну да. Да не, ну он же ходил, смотрел. Давайте пойдем посмотрим на новый маршрут, что тут. Такая полянка среди болот. Опа, куда-то как в стену уперся. Пенек уперся. Там пенек был. Правее, подожди там, блин. Потихоньку пробуй. Да. Там пенек. Да, вот он колесом упирался, Крис. Пятый вырывается вперед. Так, там Леня красиво прошел. Леня красиво. Отойди. Где? Отойди. О, блин, я не вижу, тут отрываются колеса. Нормально. Оторвалась чуть-чуть. Да. Крис, бери. Все. Бери левее от меня, там съезжаешь. Ниву надо заставить. Нива едет, Нива. Давай. Красиво. Но мы все пропустили. Нива. Ходом. Не, ходом я его не. Не, ты подъезжай сюда на край, зацепим за бампер, и ты его вытащишь. Он не сидит. Не сидит он, давай. Ну давайте трос. А вон же у него есть. Так это не динамика, блядь. Да это легенько его. Подтянуть под... чуть-чуть, в натяжку. 500 килограмм. За бампера, за этот самый, за ухом. Хорошо. Один там остался. А где стоковый у вас? Стоковый у вас. Тоже это самое, нет, тоже будет ехать. Так, у вас. Там за скотч. Еще назад ему надо. Нет, там надо. Он, блин, подержан. Иди, Макс, цепляй. Такая же я там. Я верю в тебя. Не с той стороны, Макс, с другой. Так, а... Нет, давай на другой. Чуть-чуть попробуем.
попробуешь его подтянуть. Да оторву его я себе просто. Да ну мы же уже за нее тянули. Тянули, ну блин, не надо. Вот там есть дырка, чего ты? Да не хватит этого троса. Еще чуть-чуть назад, попробуй чуть-чуть назад. Надень, Руслан, надень. Чуть-чуть назад. Да нет, там уже колесо. А, одевается и так. Подожди, Леня. Только до самого туда, до самого туда. Да, 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 посередине, чтоб было. Все, одел. Ты еще понимаешь, что... Виталь, влево руль, влево руль. Не, медленно, медленно, просто в натяжку. Без рывка. Влево руль. Не копай, Виталь, не копай. Блин. Вытащил, все нормально. Плохо, просто у него низкая. Траекторию надо было. Так, что-то тут упал. Как он упал? Трос порвался? Трос порвался? Юра, мне ногу подумал. Ровней назад! Лебедку давай! Работает? Крис говорит, я слабак, у Юры трос лучше. У Юры метр, да? А у меня три. Юра сильнее в три раза получается. Чтобы правильно наматывал. Это скорозащитка есть? Да, хорошо, едем в общем. Чтоб Криса не намотала, подожди. На верхнюю эту. Я сейчас примыкаю скотч, а потом давай, навечно. Еще? Да, да. Все! Все. Думаешь, вот я не знаю? В двух метрах. Ну, хер его знает. Сейчас узнаем. Уходи, да. Береза крепко. Да, юрец повис так основательно. Тут свои технологии. Все, видите, как переставил себя. Опыт большой, конечно. Колесо в воздухе полностью правое. Ровнее руль, ровнее руль. Ровнее руль, попробуй зацепиться. Нормально. Уазик на лебедке выехал. Почти. Слышишь, если руль влево, юрец, может зацепиться так или нет? Блин, УАЗик в стоке там как-то доковылял со звуками в мосту. Охренеть, а куда они едут? А куда он ехать хочет? Ну, колесо разблокировать. А, колесо. Надо его снимать, но качать не получается. Чего не получается? Ну, качали, блин, у меня было. Да надо его приподнять, а не снимать.
Да оно надулось до 1.5 атмосферы, дальше не ходит. Оно сильно а, дает. Где-то дырка там. Да поэтому поводу сильно правильно. Его не может сломать. Колесо у Нивы сломалось. Колесо надо починить. Да, есть запаска? Запасные колеса были. Давай где запаску, да оденем, пусть едет на запаске. Нива сломалась. А кто проехал? Макс? Макс уехал.